Прежде чем рассказать о том, что происходит сейчас в экотехнопарке, хотелось бы вспомнить, а что было полтора месяца назад. А полтора месяца назад компания Skyway только получила землю под строительство экотехнопарка. Сразу же были проведены инженерные изыскания, в которые входили инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по подготовке участка к строительству. А то, что месяц назад было, мы вышли на субботник, чтобы начать очистку территории от кустарника, от деревьев. Также была подготовлена территория для установки уникального ограждения, ведь практически каждый элемент экотехнопарка – это инженерное решение будущего, которое никогда и нигде до этого не создавалось. А что было две недели назад? Ну, поставили первую стойку струнного ограждения и заложили капсулу времени. Это событие не могли пропустить инвесторы компании Skyway, которые приехали на полигон и лично приняли участие в знаковом мероприятии. И даже внесли свой вклад в начало строительства. А вот что сейчас происходит у нас в экотехнопарке. Мы начали расчистку площадки, где будет анкерная опора, станция, куда стартует первая линия Skyway. Это будет городская трасса, она пройдет в том направлении, километр 200 метров. Сейчас, строго по графику, мы видим, как идет строительство анкерной опоры. Ее длина составит 48 метров, ширина 12 метров. Высота железобетонной конструкции достигнет 10 метров. Длина закладки фундамента 3 метра. Поэтому это где-то половина глубины. Здесь еще продольные балки, тут будут траншеи вырыты. Поставлена палка, арматура, а потом будет обетонировано. И фундамент уйдет еще дальше, это не вся длина фундамента, а чуть будет длиннее. Над фундаментом будет плита «Беларусь», на ней будет нулевой километр. И это вот с той стороны, а трасса идет вот сюда. Параллельно со строительством анкерной опоры практически завершены работы по очистке территории от кустарников и деревьев. Трудно даже представить, что совсем недавно участок выглядел так. О том, что в экотехнопарке слово «эко» на первом месте, Анатолий Эдуардович не забыл. Ну, как мы ранее обещали, мы грунт, растительный грунт, почву не выбрасываем, сдвигаем в сторону. И потом это будет основа для гумуса. В том числе растительность, которая будет вырублена, деревья, кустарники, они тоже пойдут переработку. И с него будет получен гумус. И сейчас поэтому это все будет соскладировано. Видите, сейчас вывозят в Москву. Строительство с каждым днем набирает обороты. С каждым новым этапом, шаг за шагом, мы приближаемся к своей цели – созданию действующего экотехнопарка.